заметно подходит к концу первого отделения. Я думал песню эту спеть во второй части, но сегодня у меня есть глубокое ощущение, понимание того, что я вижу здесь много и мужской части населения. Думаю, будет актуально спеть эту песню сейчас. Да, да, давайте споем эту песню. Я хочу почтить память всех тех, кто положил голову за эту замечательную страну, в которую она должна была жить, страну со всеми ее недостатками. Я это говорю без пафоса совершенно. Потому что я человек из обычной семьи. Кто-то скажет, может, там, как из обычной, простой. У меня папа летчик, они в зале здесь сегодня. Мама медсестра. Им большая гордость, да, смотреть на меня, то, что я сегодня стою на сцене. К сожалению, нет братика. Но я хотел бы, вот пока я живу на свете, я говорю, я буду петь песни за тех людей, модно, не модно, в угоду кому-то, не в угоду, я буду петь песни, которые мне дает Господь Бог писать. Героям России, этой замечательной страны, за которую сложили голову ваши деды, семьи, которые обязательно, горе это коснулось, хоть один раз, но коснулось. Героям России, давайте их вспомним и споем. Вот так захотела судьба, свет в зал, никак от нее не сбежать. Уйдет, думал он, на чуть-чуть, а ей в черном век доживать. Давайте почтим их память. Как жаль, свинец из автомата путь преградил солдату в отчий дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, вмиг оборвались жерли огневом. Как жаль, ушел герой России, и зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Героев России моей, героев вчерашнего дня, что сердцем горячим своим прикрыли тебя и меня. Вышли на смертельный рубеж и жизни свои не щадя. Берегли герои вчерашнего дня. Из автомата путь преградил солдату отчий дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, вмиг оборвались жерли огневом. Как жаль, ушел герой России и зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Как жаль, свинец из автомата путь преградил солдату в отчий дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, вмиг оборвались жерли огневом. Как жаль, ушел герой России и зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Героев России моей, героев вчерашнего дня, что сердцем горячим своим прикрыли тебя и меня. Вышли на смерть.
смертельный рубеж к бессмертию и славе своей. Герои вчерашнего дня, герои России моей. Герои вчерашнего дня, герои России моей. Пока мы вместе с вами, ни одна падла нам не страшна.